Заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов принял участие во встрече министров сельского хозяйства стран ЕАЭС. Встреча такого формата прошла впервые. Участники обсудили создание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. На повестке были также вопросы развития экспортного потенциала сельскохозяйственной отрасли, реализации согласованной агропромышленной политики, перспективы развития АПК на ближайшие годы, а также ветеринарно-санитарного контроля и регистрации ветеринарных лекарственных препаратов в Евразийском Союзе. Знаковая сегодня состоялась встреча в Евразийском экономическом союзе. 5 министров вышли на общую согласованную политику сельскохозяйственную, обсудили те вопросы, которые сегодня ведет Евразийская экономическая комиссия по продвижению интеграционных вопросов в сельском хозяйстве. И вышли на ряд конкретных позиций развития наших дальнейших отношений, углубления интеграции. Мы договорились о том, что будем встречаться регулярно. Министры изъявили желание создать соответствующий совет